Контадор от лыжных гонок. Но она очень сбалансированная лыжница. И очень опытная уже на сегодняшний день, несмотря на то, что еще бегать и бегать. Здесь она уже, разумеется, темпа не потеряет. Конечно, было бы красиво еще и на подиуме последнего этапа оказаться, но здесь есть возражающие, которые в большей степени специалисты. И давайте, давайте им тоже предоставим возможность праздновать минуту славы. Дельфин Клодель, альпийская гонщица, одна из самых легких. Тоже очень мудро распределила свои силы по этой дистанции, понимая, что эти заряжены на генеральную классификацию, за ними не удержишься. Хейди Венг ставит победную точку на этих состязаниях, пройдя все время рядом и на призовых местах. Ну и здесь вот вы видите, горнолыжная братья в том числе пришла поболеть, и в том числе за Наталью Непряеву. Болеют россияне и казахстанцы, объединив свои усилия. Классная у них получилась программа первых январских дней, не правда ли? Великолепно Хейди Венг, доказывая то, что она королева горы и умеет выкладываться до какой степени. Но мышцы тоже не подвели, конечно. Это просто на заглядение был этот кусок. Как у нее работало тело при этом. Андерсон финиширует второй. Обе они на подиуме на финальном. На подиуме сегодняшнего этапа последний оказывается Дельфин Клодель. Финиширует четвертой, но финиширует примой общего зачета, входя в историю большого лыжного спорта. Наталья Непряева и...